Крематория в Ялте не будет. Чиновники, представители контролирующих органов и общественных организаций провели рабочее совещание, на которых повторно рассмотрели вопрос строительства крематория на кладбище Иссары. По словам участников обсуждения, реализация данного проекта несет опасность для всего города. Прежде всего, эксперты настаивают на том, что крематорий станет экологической угрозой для жителей близлежащих территорий. Как стало известно, позицию общественников поддержали и конфессии. Имам Ялтинского региона, а также настоятель храма Александра Невского. Спикеры отметили, несмотря на различия религий, их объединяет то, что по традициям человек после смерти не может быть сожжен. В ходе совещания также выступил прокурор Ялты. По его словам, от жителей города регулярно поступают сообщения с просьбой проверить законность строительства крематория. Как подчеркнула первый заместитель главы администрации Елена Сотникова, администрация готова ходатайствовать перед органами исполнительной власти Республики Крым по вопросу строительства крематория в другом регионе республики с минимизацией отрицательного воздействия на окружающую среду с учетом транспортной логистики, обеспечивающей равноудаленность от всех муниципальных образований Крыма.